Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о любителе селфи без прав и портале для отлова нарушителей. Один житель Коми очень любил себя и свой автомобиль. Вроде ничего плохого в этом нет. Плохо то, что одним зимним вечером в полицию поступило сообщение, что автомобиль «Лада Калина» создает помехи движению на одной из улиц одного из сел. Через некоторое время в соцсети появилось селфи двух граждан на фоне автомобиля и как раз на этой улице. Полицейские сопоставили селфи с картинкой камер наблюдения и выяснили, что нарушителем является некто 1994 года рождения. Самое интересное, что он уже лишен права управления автомобилем за пьянку. Однако это ему не помешало ни водить, ни нарушать правила. Финал истории печален для любителей себяшек. 17 административных протоколов и более 100 тысяч рублей штрафа. Вообще тех, кто увлекается съемкой на фронтальные камеры себя любимого, все время поджидают какие-то неприятности. Одна мадмуазель передвигалась в кабриолете по скоростной трассе в районе города Флагстафф, что в штате Аризона. Решив порадовать своего молодого человека, она начала строить глазки в камеру смартфона и не заметила, что впереди нее едет грузовик. Эта история закончилась куда веселее. Небольшой грузовик перевозил яйца с ближайшей фермы. В результате аварии девушка получила ушиб головы и яичную маску. В интернете масса роликов с ДТП, хамством на дорогах и прочими неприятностями. Все они разбросаны по соцсетям, а появляются они с многочисленных видеорегистраторов. С тех пор, как запись с этого устройства стала доказательством в суде, их продажи начали исчисляться сотнями тысяч. Проблема в том, что записи не всегда становятся достоянием общественности и не попадают в поле зрения правоохранительных органов. Власти решили создать единый портал, где пользователи могли бы размещать видео с авариями, хамами или подставщиками. Развлекательной функции у сайта совсем нет. Наоборот, подобные ролики помогут ловить злодеев и нарушителей. Эдакий агрегатор дружинников с регистраторами. А стартует проект до конца нынешнего года. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».